Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2. Урок 17. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. Разбей его на квадраты со стороной 1 см. В каких единицах удобно измерить площадь этого прямоугольника? Единица площади. Квадратный сантиметр – это сантиметр, это квадрат со стороной 1 сантиметр. Площадь данной фигуры равна 6 квадратных сантиметров, потому что она состоит из 6 мерок, каждая из которых равна 1 сантиметру. Квадратный дециметр – это квадрат со стороной 1 дециметр, а квадратный метр – это квадрат со стороной 1 метр. При увеличении стороны квадрата в 10 раз – его площадь увеличивается в 100 раз, поэтому 1 дециметр квадратный равен 100 квадратным сантиметрам, а 1 метр квадратный равен 100 квадратным дециметрам. Начертим прямоугольник со стороной 3 и 4 сантиметра. Разобьем его на квадраты со стороной 1 сантиметр, то есть 4 клетки. Длиною и шириною по 2 клетки. В каких единицах удобно измерить площадь этого прямоугольника? Площадь его удобнее измерять в квадратах со стороною 1 см. Площадь данного прямоугольника равна 12 квадратов со стороною 1 см. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.